Они полны сил и желания сделать город чище. В городской думе подвели итоги добровольческой экологической акции «Пожиратели незаконной рекламы», проходившие по инициативе общественного молодежного парламента. Акция проводится с 2011 года. В этом году, помимо учеников школ, в ней приняли участие студенты вузов и волонтеры. Вопрос экологической безопасности, он очень важен. И это сохранение и приумножение природных богатств, которые у нас есть. Когда у тебя этот выработанный навык с самого детства, то ты уже по-другому жить не сможешь. Среди награжденных, которым вручили благодарственные письма и подарки, Ирина Сырина. Девочка принимает активное участие в волонтерской деятельности. Мне стало очень приятно смотреть на антураж города, на здания, фасады. Они стали очень чистыми, как будто город стал смотреться новыми яркими красками. В этом году в акции «Пожиратели незаконной рекламы» приняли участие 3682 добровольца из 105 учебных заведений. Виктория Шарая, Сергей Баскин. События.